твоя нижняя нотка, твой диапазон какой? Я не знаю. Ну что ты больше, самую нижнюю нотку, как, с какой ты справляешься? Вообще не знаешь? Нет. Ну а как вы учились-то раньше-то? Не знаю. Открывай клавиатуру, открывай фортепиано, пока я здесь ищу. Как называется песня? Колыбельная. Да, кстати, по поводу твоей песни. Ой. Посмотрела я клип и ужаснулась. Почему? Ну потому что... Совсем не репертуар для девочки 12. Вот не там, вот здесь. Открывай, потому что там может быть в транспорте что-то еще, что-то он не включен. Давай вот здесь. Возьми до первой октавы. Да. И теперь по полутонам сделай мне вот так. Берешь, да, до первой октавы и вниз сейчас спускаемся на ду. Ду-д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 у. Сколько ты сможешь? Пошли. Я не понимаю. Чего ты не понимаешь? Ну ты мне пропой по полутонам. Ну вот я спустилась сколько смогла. Дальше не смогу. У меня просто не сомкнутся связки. Нет, не так. Во-первых, по полутонам. Это как? Я не знаю. Так ты же в музыкалке учишься. Что такое хроматическая гамма? Это когда... По полутонам? Ну так то же самое, я же тебе говорю, спустись. Я не знаю, как это фортепиано. Ну как? Ну все нужно нотки пройти. Все белые и черные. Да, 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 да. Хорошо. А если не играть, ты на слух же слышишь полтона? Не знаю. Ну ты же сможешь? Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ты же сможешь так спеть? Без фортепиано. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так. Все хорошо. Но. Сейчас все-таки попробуй сыграй, а до хотя бы до соль дойди, малой октавы. Сделай только так, чтобы это было сочно. Как диапазон проверить твой в нижнем регистре? Как? Не просто спеть, все-таки зацепить, не спеть даже, а зацепить этот, эту ступенечку, этот тон. А его нужно окрасить. Только тогда, когда нотка будет окрашиваться, тогда это считается, что она в твоем диапазоне. Поехали. Так, хорошо, ты дошла до соль, да? Да. Ду, смотри, звучит. Ду, 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 ду. Вот у меня еще звучат они, звучат. Что я делаю для того, чтобы звук все-таки в нижнем регистре получить? Что я делаю? Что я сейчас делаю? Смотри на меня, анализируй. Ду, 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 ду. Что я делаю? Во-первых, я ухожу в горизонт. Я ухожу в горизонт таким образом, что голосовая щель сужается. Я практически даю этот звук, он у меня идет от зубов, прямо отскакивает. И еще что, благодаря тому, что я мышечно работаю нижней частью лица, мышцы мне помогают его сузить и сделать более высокочастотным, несмотря на низ. Но я еще подтягиваю опорой гортань. Она должна не вниз опускаться. Смотри, сейчас разница какая. То есть я сейчас опустила прям. Все, дальше не смык идет уже, не смыкание. Я сейчас что сделала? У меня был горизонт в лице? Нет. Его не было. А гортань я не держала мышцами. Я провалила звук в трахее. В трахее мягкие ткани. И звук там не может образовываться, и тем более окрашиваться тембрально. А вот если ты сохранишь его как можно выше по позиции, чтобы он все-таки смог еще звенеть, вот так вот окрашиваться, хоть он и низкий, значит мы получим твою диапазонную нижнюю нотку. Пробуй. Ну? Ду-ду-ду-ду-ду. Смотри, теперь так сделаем. Возьми до и соль. Сыграй мне интервал. Нет. И спой теперь мне так. Ду. Так. А теперь без игры. Ду. Смотри, ты все равно ушла из позиции. Ты не чувствуешь, что у тебя гортань опускается?
Да. Ну, так как ты, если чувствуешь это. Сохрани, как будто ты поешь. Так, теперь спой так. Ду-ду. Спой мне две одинаковые. Ду-ду-ду. Ну, что ты за... Ду-ду. Не... Разожмись. Разожмись и встань ровно. Ду-ду. Спой так. Ду-ду. Вот сейчас все равно в конце поджимаешь. Не надо сжать голос. Ду-ду. Ду-ду. Хорошо. А теперь... Ду-ду-ду. Это... Ду-ду-ду. Неплохо. Но смотри, а теперь просто интервал. Ду-ду. Останься, как будто ты эти две. Ду-ду. Как будто ты две одинаковых поешь. Но ты спускайся на соль. Ду-ду. Помоги себе. Еще. Ду-ду. 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 Значит, соль для тебя низкая по твоей физиологии. Да. Мы не можем ее взять. Ага. Хорошо, возьми доля. Хорошо, давай пока возьмем да. Ну, спой так, ду. Ду. Ага, ля бемоль уже немножко. Уже звучит. Да. Все-таки звучит. Но только доведи его. Ду. Сделай его все-таки. Подержи. Хорошо. Зацепила. Зацепила. Все-таки было слышно. Расслабляйся. Расслабляйся. Ду. Я тебе в любом темпе ты можешь петь. Если тебя немножечко сковывает конкретный ритм, уходи от него. Ду-ду-ду. Прям покачайся. В каком хочешь. Ду-ду-ду. Видишь, как только уходишь в горизонтик, светлее звук. Ду. Ага, так, теперь стоп. Теперь что у нас на атаке, на первой ноте, на до? Почему идет согласная Н? Это у многих проблема. Ду у тебя получается. Ду. Надо четко по... Ду, ду, ду. Дукни. Ду, ду, ду. Да, теперь просто сейчас, давай не поем. Ду-ду. 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 Сохраняй тон. Ду-ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Отлично. Ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Ду-д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 у. Пробуй. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Неплохо. 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 Тогда, когда поешь, смотри, когда установка была, она идет с какой-то примесью. Ду. Сразу. Еще раз. До. До. Ду. Ну? Ду. Угу, только не зажимайся. Ду. Маши руками. Ду. Сохраняй позицию. Руки по этой и уползла в трахею. Ду. Нет, без Н. Слышала сейчас? Ду. Нет, короче, просто короче. Ду. Доля. Ду. Светлее. Несмотря ду. На то, что У, смотри. Альбиночек, смотри, вот у нас идет Ду. Да, губки все-таки в трубочку чуть-чуть. Ты их тоже чуть растяни. Ду. Растяни чуть-чуть. Ду. Откуда ушла, туда и приди. Ду. Опять М. Да. Ду. Все, убираем звук. Музыку. Ду. Ду. А ты заметила, что я на нижней ноточке немножечко делаю волну динамическую, делаю чуть-чуть громче. Ду. Без Н. Так было лучше? Ну, да. А почему мы так не поем? Не знаю. Вот и все. То есть ты доказываешь сама себе, что опора включается и помогает держать позицию тогда, когда мы все-таки звук не в одной динамике держим, да. Когда мы им играем. Угу. Когда мы им работаем громче, тише, тогда и позиция сохраняется. И опорочка работает, она только и говорит, ты давай мне помоги, я без этого не буду работать. Так, давай, сейчас мы найдем твою песню. Ты поняла по нижнему диапазону? Да. Значит, все-таки у нас ля. Ля. Значит, ты вот так надо определять диапазон нижний. Ты уже можешь своим подружкам рассказывать. Я сегодня нашла свою нижнюю нотку по диапазону. Она у тебя звучит. Уже ля бемоль не так, а соль вообще не та, а соль вообще мы не справились с ней. Но ты же можешь его развивать и должна. Сегодня у тебя до ля, завтра ты будешь работать на качелях до ля бемоль. С теми же самыми задачами,
с высокой гортанью, с хорошей опорой, с хорошей артикуляцией помогать, но без зажима. И на качелях качаться, и ты дойдешь и до соль. Но в какой-то песне тебе вот нужно будет вот эту ноту взять. И что? Потому что на конкурсах что говорят? Если конкурсантка взяла произведение, а не справляется с нижним регистром, зачем она его взяла? Понимаешь, да? Вот и все. Поэтому это нужно учитывать.